Ну что ж, здравствуйте, други мои и подруги. Мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии. И сейчас рассмотрим плечи. Как их править? Ты, значит, повторяй с этой стороны, а я буду с этой стороны показывать. Плечо у нас шаровидный сустав, да? И он практически не закреплен внутри, как, например, тазобедренный, да? Он вот висит под акромиальным отростком, фактически на связках, на мышцах, там, да? Поэтому его надо править во все стороны. То есть так, он по чуть-чуть подхрустнет и на место встанет. Первый прием. Вот рука расслабленная, просто висит. Да? Значит, подхватываем под локоток. Вторую руку через верх. Не под мышкой, а через верх. Подожди, по очереди. Грудной своей клеткой подсаживаемся под ось лопатки, чтобы вместе вот это все толкнуть вверх. И толкаем вверх. Потом перпендикулярно на себя. Согнули и перпендикулярно на себя. Под углом держим на себя. Да, подсаживайся. Сейчас. Так, я ее держу. Так. Прямым углом. Так вот тоже на себя. Вот этим углом теперь. Так, на себя. Продолжаем, ребятки, дальше у нас еще очень много интересных приемов. Вот, например, берем теперь вот так, разворачиваем кисть, да, кидаем локоть на свой локоть и не за кремяльный отросток, а за сам сустав, мы как бы его вытягиваем в сторону, вытягиваем, несколько раз подготавливаем, и потом одновременный щелчок в разные стороны. То есть вот тут я ставлю вниз, а локтем подкидываю вверх, аккуратненько. Вытягиваю из сустава. Угу. Руки, мы помним, всегда ходят друг против друга. Если одна идет вниз, другая вверх. Да. Если одна от себя, другая к себе. Так, дальше. Закидываем руку за голову. Ну, да, по очереди, это неудобно будет. Вот ключица. Упираемся косточкой указательного пальца вот этой. Ключицу, то есть туда поглубже ныряем и относительно ключицы. Раз. Теперь сюда ныряем относительно акромиального отростка. Два. Теперь наклоняем относительно лопатки. Раз. Назад. Движение не надо прямо там давить, сжать. Вот они все легкие такие. Чик, чик, туда, сюда. Как печем блинчики. Шлеп. Да. Вот туда ныряй поглубже, чтобы почувствовать. Чувствуешь ключицу вот тут? Сейчас с какой стороны будет сделать? Нет, сюда. За голову. Побольше, да? Да, побольше за голову. Угу. Да, теперь переставляем на кармиальный отросток вот сюда. И толкай локоть на меня. Сюда. Ну, как бы в разные стороны они идут. Всегда в разные стороны. Да. Тоже так? Да. Ну сделай тогда, может, и в этой позе. Вот, но эта поза это для того, чтобы вот относительно лопатки продавить ее. Давим лопатку теперь. Так. И руку теперь на себя. Локоть на себя. Лопатку от себя, руку я на поняла, себя. Поняла. Вот так, правильно? Да, я держу? Да. Угу. То есть она встанет, да? Да. Вот так. Да. Небольшой нюанс для мощных людей и габаритных. Привстань, пожалуйста, и садись вот так вот лицом сюда. Значит, если мы не справляемся, вот этот прием последний, да, лопатку. Да, вот все видно, как раз мы сели для этого. Тогда наклоняем человека сюда, он опирается в плечо мне, либо в мою грудную клетку. Давайте вот в плечо, например, вот захват. Я толкаю обоими руками как раз сюда в лопатку. Отцепим немножко лицом вот сюда. Еще раз покажу. Вот у нас рычаг, видите? Человек немножко наклоняется. И мы вот так его вставляем. Угу.
Все, разворачивайся лицом туда теперь. Так, это надо было не стараться. Давай, ты с той стороны подходишь. Да, только другой, только другой. Так, проникаем в лопатку, вторую руку усиливаем в лопатку, туда наклоняем. И вот так вот, сейчас его поднимай, руками прижимай вниз. Прямо там, ты держишь. А это на ней, да. Что ли? На ней, да, на лопатке. Итак, дорогие друзья, мы занимаемся исключительно практически, отрабатываем все приемы друг на друге, поэтому вам надо быть здесь, на этом тренинге, и я вам поставлю руки. Всему научу, до новых встреч, дорогие друзья, пока-пока. Ой, представь, что ты играешь на виолончели, то есть побольше раз ты коленки. Мы теперь можем смотреть, что сделать. Ручки просто висят. За акромиальный, ой, за остистый отросток берем сзади, а тут за ключицу. Подсаживаемся, сдавили плотно, поближе к шее первый раз. И потянули вверх. Отошли чуть дальше от шеи. И у самого теперь, то есть правим ключицу относительно акромиального отростка. Вот за ключицу взялись, здесь для крепости, за акромиальный отросток, подняли вверх и сдавили вместе. Это получается, мы с ключицей работаем вообще, да? Ну да, 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 это с ключицей. Правильно? Да, подняла, вверх и давление, раз. Да, чуть к себе спустилась, сдавила и потом раз, шипок. Все верно. В общем, все те же самые приемы мы можем делать как сидя, так и стоя, на самом деле. И лежа тоже. Да, ну лежа там чуть-чуть по-другому. Теперь локоток берем, вот разворачиваем вот так вот. Я сначала говорю вот так, полусогнутый снизу. Поджали, полусогнутая рука и вот так вот чик. Теперь сам локоть развернули вот так вот. Вытянули, вытянули несколько раз и чик. Оттолкнули вот. Снизу просто вот так вот локоток. Небольшой толчок. Первый раз согнутая рука. Вот с этой стороны. Да. Легкое движение такое, просто на импульсе. А я за локоть запястье, да, держу? Да. Вот. Теперь разворачивай. Чуть-чуть повытягивай, немножко так вытягивай, повытягивай. Я буду с этим держать. Вот. Дурачек. Угу. Теперь можно еще дернуть за руку. Для этого нам надо будет присесть низко. Можем попросить, можно в такой позе, конечно, сделать, а можем стоя. Давай попросим встать. Да? Значит, выдергиваем за руку, это мы что выдергиваем? За запястье. Выдергиваем нерв. Два нерва идет. Один вот тут вот проходит, вот с этой стороны вот. Прижимаем его к костям. Вот он идет. Болезнь? Ай. Ну, вот это значит попало. Вот тут он переходит. И идет до, до мизинца, вот сюда между мизинцем и безымянным пальцем. Второй нерв идет отсюда. Там выходит из подмышки. Вот так идет. Где эта косточка, которую мы сейчас ударяемся, да, опять по диагонали пересекает и идет до, вот где большой, вот где между указательным пальцем и вот пальцем каланчой. Выдергиваем с такой резкостью, что тут может повернуться и седьмой шейный позвонок, и первый грудной может повернуться. А он от них отходит, этот нерв, и идет в голову, поэтому иногда может стрельнуть в голову. Можно об этом предупредить человека, но ты уже знаешь, не боишься. Звезды видела, да, где улыбается. Значит, два способа как. Мы можем заранее просто сесть и дернуть, да, вот так по 45 градусов. Но лучше на импульсе. Вот мы расслабляем плечо, локоть, чувствуем, что все ходит ходуном. И незаметно для человека, пока он ничего не подозревает. Так, стоим, держим. Где было? Вот. Так, онемение пошло по руке? Да. Поработай немножко кулачком, так, крути кулаком. Локтем. Вот так сделаем? Да. Ну, обычно пару минут и все отходит. Но я, естественно, резко дернул. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока.